Всем привет, друзья, с вами Неломоб. Сегодня мы играем в игру под названием Little Nightmares, что в переводе означает «маленькие кошмары». Посмотрим давайте на нее. Хотя я думаю, что вы уже многое про нее слышали, может даже смотрели чьи-то прохождения, но возможно вам будет интересно посмотреть, как в нее играю я. И если это так будет, то не забудьте поставить палец вверх и написать свой комментарий про то, что вы бы хотели увидеть продолжение. А сейчас мы начнем смотреть, что же это за игра такая. Так, что-то крутится. Наверное, это начальный мультфильм. Суть игры заключается в том, как я понял, что мы играем некой девочкой, неким маленьким существом. И маленькие кошмары имеется в виду, что у каждого в детстве, ну даже у взрослых людей, есть свои кошмары, то есть свои какие-то страхи. И эта игра, скорее всего, про это и будет. Какая-то женщина на меня смотрит, и вот я проснулся. Наверное, это я. Пока что вот я встаю. Неужели я могу... Да, это я уже двигаюсь. Графика просто потрясающая. Могу прыгать, бегать, капюшон... Ой, куда-то я врезался. Вы видели, как я прикольно бежал. Бумц, и врезался. Как случайно. Произошло чисто случайно. Куда же нас несет? Какие-то гномики от нас убегают. Что же происходит? Метла вон какая-то. Так. Так, можно смотреть. Так все. Темно. Почему-то стало темно. Почему здесь темно? А, F. У меня же есть зажигалка. Я могу поджечь. Точно, я же смотрел управление только что. Так, что у нас тут? Вот здесь какая-то дверь. По-моему, я могу эту дверь открыть. Тянем. Опа, по-моему, у меня получилось ее открыть. Полезли. Полезли, говорю. Поползли. Так, что здесь? Я ничего не вижу. Зажигалку. О, я в какой-то трубе иду. Такой себе ползу, маленький человечек. Капюшоне желтом. Ну, ползи, что произошло? Почему дальше ты не можешь проползти? Так, встаем и запрыгиваем. Наверх там не пробраться. Идем дальше по туннелю. Что же нас ждет дальше в туннель? Дождь капает снизу. Ну, скорее всего, мы сейчас где-то в канализации. У меня такое подозрение есть. Я, честно говоря, думаю, что я сейчас провалюсь на той решетке. Но все обошлось. Опа, куда-то мы приземлились. Фонарик можно, по-моему, сейчас отключить. Да, кстати, на Shift нажимаем, мы можем бегать. Так, бежим. Вау, прикольно так отдалилась камера. Пока что игра завораживает меня. F, зажигаем зажигалочку. Чемоданы какие-то, ящики. У-ху. Так, что здесь? Вот тут можно пролезть, но давайте изучим, посмотрим, что тут. Какая-то фигурка. Я взял фигурку. Для чего? Без понятия, но я ее почему-то с собой несу. Возможно, она мне там пригодится, а может и нет. Я, честно говоря, ни разу не смотрел, как кто-то уже в эту игру играл. Давайте же посмотрим, что... Давайте ее поставим пока вот здесь. Ой, ну как-то оно... Кресло наверху. Тазик. Диван какой-то. И, по-моему, тут корона. Можем ли корону взять? А, это бычки, я подумал, это корона. А на самом деле это кто-то там покурил. Так, что у нас тут? Дверь большая. Вот, я могу вот сюда залезть. Ну, пока что игра вообще несложная, честно говоря. Но подождите, здесь нужно что-то поставить, чтобы я туда в дырку залез. Но я не... Ведро? Смогу ли я потащить ведро? Ой, оно слишком тяжелое для меня. А вот это? Кастрюльку такую. Тоже, мне не хватает сил, чтобы это потащить. А что же такое нужно? Вот это тоже не тянется. Что же происходит? Что мне взять такого здесь можно, чтобы проникнуть вот туда? Мне нужно какой-то ящик, какой-то что-то подпереть, да? Наверное, мне нужно будет сейчас вернуться обратно, потому что я не вижу здесь никаких вещей, которые бы можно было бы использовать. Кроме как этой фигурки. Так, вот фигурку. Если мы, допустим, поставим ее... Могу ли я на нее запрыгнуть? Подожди, фигурка. Фигурка, ты стой, пожалуйста, ровно. Так, фигурка. Тихо, не падай, девочка моя. Опа. Нет, не получается мне на нее напрыгнуть никак. Полезли обратно вниз, что ли? Полезли смотреть, что здесь можно еще... Доска, вернее.
доску, оно почему-то не хочет брать. Швабра. Зажигалочкой. Посмотрим. Вот какие-то есть еще эти вот... Как они называются? Какие-то консервные банки, да? Вот. Сейчас, я надеюсь, мне одной консервы хватит, и я зацеплюсь. Но, может быть, и нет. Опа, я могу бросать ее. Но почему-то мне не получается ее забросить туда именно. Так, бросаем. Что происходит? Почему мне не получается бросить? Эй! Эй, почему мне не получается? Она как-то слишком низко ее бросает. Хм. Возможно, нам нужно подпрыгнуть, схватить. Подпрыгнуть, схватить. Возможно, я просто преувеличиваю все. Мне нужно подпрыгнуть и схватить. Подпрыгнуть, схватить. Ой, я выдумываю. Здесь просто надо было подпрыгнуть и схватить. Я просто ошибся. Туалетная бумага. Стул кто-то повешенный. Все отлично. О, стул я, наверное, могу тащить. О, да, стул я могу тащить. И сейчас мы встанем на стул и зацепимся за ручку и откроем двери. Опа. Нет. Нет. Нет, нет, туда не получается. Не получается. Yes! Запрыгнул. Прошли еще немножко дальше. Включим свет, вернее, зажигалку зажжем. Так, я во что-то стал... Какой-то слизь вступил. Бежим, 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 бежим. Так, я вижу, что тут какой-то такой... Как будто меня просят, чтобы я по этой штуковине забрался. Фонарик отключим. Так, тихо, девчоночка, лезь. Не хочет она лезть туда. Смотрите, здесь кто-то холодильник. Как будто бы руками пытался уже открыть. А вот и я, еще один такой же. Что там наверху? Что же там наверху? Ну, полезли, посмотрим. Ботинки чьи-то в холодильнике. Нормально, кто-то держит ботинки, чтобы не испортились в холодильнике. Вообще с ума люди зашли. Так, подпрыгиваем и хватаемся. Ну, в принципе, пока что... Ой-ой, какой-то язык сверху упал. Это существо страшное. Оп, уходим от него. Или мне нужно было с ним драться? Я думаю, что оно бы меня уничтожило. Уходим отсюда, уходим. Зажигалка, зажигалка. Можем ли мы... Так, ладненько, ползем, ползем. Топаем, вернее. Топ-топ-топ-топ-топ. Ой, все эти слизняки сверху все больше и больше приземляются. И так потрясаю, мне с ними не нужно. О, я нашел какой-то рычаг. Сейчас мы заберемся наверх и дернем за рычаг. Опа. И открыли еще одни двери. Пробрались. Так, здесь нужно сделать хороший прыжок. Есть. И сюда пройти. Что у нас тут? Газета. Какой-то... Так, закрылось что-то. Какая-то решетка почему-то закрылась. Мне это уже не нравится. Уже не нравится мне это. Доски. О, я могу доску подломать. Вот. Иногда, то есть, мне разработчики как бы намекают, что не ломоп, ты будь начеку, потому что иногда мы будем сзади за тобой двери закрывать. А! Кто я провалился? Я увидел, испачкался. Фу. Где я? Я в этой слизи. Эти жуки на свет ползут. Уходим от них. Уходим. Ой. Кажется, меня загрызли. Пошли. Раз прыжочек, два прыжочек, три прыжочек, четыре прыжочек. Ой, пиявка плохая. Ой. Толкай. И все, и проходим дальше. Фух, пиявки на меня отстали. А нет, они ползут сзади на меня. Так, бежим и прыгаем. Опа, перелетел. Ну, я вижу здесь какой-то... Ну, по-моему, сюда можно залезть, нет? А я могу вот здесь поджечь кое-что. О, поджигай. Ну же. Что такое? Ветер. По-моему, ветер мне мешает. Что у нас тут? Так, аккуратненько. Тек. А зачем я сюда пришел? Не знаю, идем обратненько. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, не падай, моя душечка маленькая девочка в капюшоне. Так, что тут? Ну, наверх не надо ползти. О, поползла. Я так и знал. Что тут? О, гномик, привет! Гномик, ты куда? Маленький гномик. Так, идем аккуратненько по доске.
Гномик, гномик. О, поднимаемся наверх за гномиком. В погоне за маленьким гномиком. Тик, 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 тик. Тик, 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 тик. Тик, тик, тик. Опа, доски непонятные. Тут надо, скорее всего, прыгать. Опа, yes, перепрыгнул. Вот, что у нас тут? Что у нас тут? Не вижу ничего. Скорее всего, надо прыгать. Тихо, 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 тихо. С разгону. Опа, yes. Так, сейчас будем тут крутить. Ну, а, вперед. Еще. Что-то я открыл, но не до конца. Ага. Ага. Ой, тяжело, тяжело ей, девочки, крутить это все дело. Не женская это работа. Побежали, побежали, ну же, быстро, 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 быстро. Куда, 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 куда? Как скользить, как скользить? Как-то можно скользить. Как-то можно скользить. Сейчас разогнемся, прыгаем. Ага, вот, скользить, точно. Нажать надо на Ctrl. Еще раз. Откручиваем эту всю штуку. Так, а теперь бежим. Бежи, 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 девочка моя. Бежи, 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 бежи. И скользи. А! Черт, меня придавили. Меня придавило дверью. И что? Где я очутился? Ага, вот здесь. Хорошо. Крутим опять. Накручиваем эту штуковину. То есть я, наверное, слишком рано. Слишком рано сделал скольжение. Вот теперь где-то надо. Опа. Вот таким образом меня не раздавило. Так, вот здесь я могу сразу же открыть, по идее, эту штуковину. Или нет? О, могу. Могу на себя, девочка. Давай. Опа. О, гномик вылез. А что еще там вылезет? Все, больше ничего. Хорошо, гномик вот сюда пошел. Мне нужно двигаться за гномиком. Пошли за гномиком. Какой-то ящик, еще ящики. Так, что здесь? Это отдалилась камера. О! Какой-то страшный человечек сверху. Мне нужно по этой штуковине лезть, я так подозреваю. Тихо-тихо-тихо, цепляйся, цепляйся. Поползли. Да ё-моё, подцепляюсь уже. Так, подождите, зацепились. А! Только что получилось. Так, подождите. Оп, оп, оп. Да что же это такое? О, все, ползу. Ползу, кажется, все хорошо. Лезем, лезем, лезем. Это похоже на простыню. Так, запал. Тихо, куда, 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 куда ты? Разбилась. Ну что, там не было что ли проходу? Непонятно. Значит, мы начинаем опять с этой части, когда мы залезли в этот туннель. Тут пролезли, тут ничего не было интересненького такого. Увидели сверху это чудовище, которое ползет. И нам нужно было зацепиться за простыню и ползти вверх. А тут сверху то ли я не могу пролезть, то ли я не получилось у меня просто там сквозь решетку просочиться. Сейчас узнаем. Так, вот я тут стою. И что теперь? О, прошел сквозь решетку. Так, раковина, вижу, дверь какая-то большая. Дверь явно не для больших людей. То есть тут... Мыша! Лови мышу. Мышку лови. Так, электричество. Хорошо, как его отключить? Как отключить электричество? Давайте двери закроем. Сможем закрыть? Можем. Посмотрим, что тут за дверь. А вот рубильник спрятанный. Вот только как до него достать? Ну, можно попытаться туалетную бумагу подвинуть. Нет, не тянется. А вот этот поставить вот сюда, к примеру. На него зайти, попрыгнуть. Ну же. Осмотреться. Стрелочки вверх. Ну я понял. Этого тянет. Надо отключить электричество. Я понял, ребята. Не хочет на туалетную бумагу становиться. Ну ни в какую. А как тогда его отключить? Куда прыгнуть? Хорошо, но отсюда разве он она допрыгнет, вернее? Не, а, никак не долетает до туда. Не, и до рубильника не дотягивается. А что здесь еще есть? Что здесь можно? Какой-то бы стул бы мне не помешал. Мне током сейчас ушатает.
Ладно, лезем наверх. Надеюсь, что здесь что-то можно будет открыть. Нет, ничего не открывает. Туалетная бумага, это что такое? Это бумажки какие-то. А! То есть все-таки у нее все-таки получается эту штуковину тянуть. Я думал, что не получается. Все-таки все у нее получается. Все у тебя получается, малышка. Запрыгивай. Запрыгивай. И тяни. Ну что же такое? Почему ты не хочешь тянуть? Есть. Кажется. Оно еще и по времени. То есть я не полностью его дернул. Давайте еще раз. Нет. Тихо. Так, тяжело. Управление немножко такое. Так, отключили. Хорошо. Тикает время. Значит, нам надо бежать быстро и проходить сквозь решетку. Прошли. Сейчас меня тут уничтожат. Ух ты, какие-то чьи-то ручки на шкафу. Так, тут кто-то спрятался. 100%. Тянем. Тут что-то дрожит. Почему она не хочет его открывать? Не хочет, ладно. Свет снова зажегся. Так. Качельки. Очень хорошо. О, паровозик. Детская комната. Неплохо. Что тут? Какая здесь головоломка? Смотрит за паровозиком. Здесь снова электричество работает. Так, ну ладненько. Разберемся с этой уже головоломкой в следующей серии. А еще раз вам хочу сказать, что если вам эта игра нравится, то поддерживайте лайком. И пишите свои комментарии. И обязательно поиграем еще. С вами был Неломоб. До скорой встречи. Пока-пока.